На каком языке говорят в Бразилии? Пока не пришли на американский континент европейцы, территорию современной Бразилии населяли племена индейцев. Они говорили на языках индейцев, их было больше 1000. На сегодняшнее время индейцев на этой территории значительно поубавилось, языки тоже были забыты, теперь известно 145 языков индейцев, на которых говорит 1% населения Бразилии. Самым многочисленным племенем индейцев является мачос, живущий на границе с Перу. Португальцы на новых землях начали поселяться в середине 16 века. Тогда же в Южную Америку начали прибывать корабли с рабами из Африки. Позже португальцам пришлось сражаться за новые колонии с испанцами, англичанами, голландцами и итальянцами, часть из них оставалась на этих землях жить. Теперь в Бразилии рядом живут немцы, русские, арабы, японцы и другие народы, и все они говорят на своих языках. Какой язык в Бразилии является официальным, государственным? Официальным языком в Бразилии является португальский. Это единственная страна в Южной Америке, признавшая этот язык общим для всей страны. Португальский язык знает 191 миллион. Население из 205 миллионов людей, проживающих в стране. Но в учебных заведениях и школе обязательными для изучения являются испанский и английский языки. На улицах Бразилии чаще всего можно услышать разговорную речь следующих языковых групп: германский, испанский, английский, немецкий. Языки: романское, язык толиан, на нем говорят часть переселенцев из Италии, славянское, польский, русский, украинские языки. Сино-тибетское, китайский язык, японский язык, креольский язык, теперь исчезающий, существует ли бразильский язык? Так же, как английский язык в Великобритании и США отличается друг от друга, так и португальский язык отличается в Америке и Европе. В Бразилии португальский язык отличается от языка, на котором говорят в Португалии, по фонетике, лексике, произношении. Бразильский аналог языка более мелодичный, мягкий, внятный, в нем больше употребляется буква «с», в Португалии – «ша». Это своего рода бразильский диалект португальского языка. А то, что существует бразильский язык, это всего лишь миф. Что собой представляет бразильский диалект? Как известно, португальский язык берет свое начало из латинского языка. По данным лингвистических исследований, в бразильском диалекте 80% слов взяты из португальского языка, 16% испанских слов, 4% слов из языков индийцев и африканских негров. Итак, мы узнали, что в Бразилии один государственный язык и много языков, на которых не запрещают говорить.